Новости на Хабар-24. О главном к этой минуте расскажу я, Гульнара Жандагулова. Здравствуйте. Водитель экскаватора оставил без газа более 2000 домов, а также коммунальные и промышленные предприятия в Шымкенте. ЧП произошло в микрорайоне Нурсат. При обследовании аварийная бригада выяснила, при проведении земляных работ трактор одной из строительных компаний задел подземный газопровод среднего давления. В результате образовалось отверстие диаметром 160 мм. На данный момент утечку газа локализовали в радиусе 50 метров. Загазованности нет, но газоснабжение домов и социальных объектов еще не восстановили. Уголовное дело экс-министра здравоохранения Эльжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева повторно поступило в суд. Прямо сейчас в столице проходит предварительное слушание. Напомню, в январе судья Сарыаркинского районного суда номер 2 вернул дело прокурору для, цитата, «устранения существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства». Мы продолжаем следить за судебным процессом. Свыше 6,5 триллионов тенге проблемных займов списали в Казахстане за последние 6 лет. Так, в стране снижают объемы стрессовых активов. Об этом заявила председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. Законопроект о проблемных кредитах представили сегодня в Мажилисе. Теперь частным инвесторам разрешат покупать такие активы, а взысканное имущество на балансе банков будет находиться 3 года вместо 5. Кроме того, в стране появится институт сервисных компаний. Там будут предоставлять услуги инвесторам по обслуживанию и управлению проблемными кредитами. Депутаты одобрили документ. Комитету по финансам и бюджету теперь предстоит подготовить заключение. Министры обороны Казахстана и Турции подписали соглашение о военном сотрудничестве. По итогам первого дня государственного визита президента Казахстана в Турцию Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган договорились вывести взаимоотношения между странами на уровень расширенного стратегического партнерства. Переговоры продлились до позднего вечера. Стороны подписали целый ряд документов, среди которых межправительственный протокол в области военной разведки. Также достигнута договоренность о взаимодействии в сфере информационных технологий на уровне профильных министерств. Казахи всегда будут помнить о том, что Турция первая признала нашу независимость. Казахстан и Турция – братские, дружественные страны, имеющие общие исторические корни. Хочу отметить, что мы очень заинтересованы в стабильности и спокойствии у наших братьев-казахов. Мы будем сообща работать в торгово-экономической и культурной сферах, обеспечении безопасности. Мы договорились, что продолжим укреплять наши двусторонние отношения и взаимодействие в многосторонних структурах. Будем поддерживать наше единство в ООН и Организации исламского сотрудничества. Между тем, с ответным визитом Реджеп Тайип Эрдоган посетит нашу страну осенью этого года. Турецкий лидер принял предложение Касым-Жомарта Токаева. По окончании официальных мероприятий президенты Казахстана и Турции сыграли в настольный теннис. Фотографии необычного матча опубликовал телеграм-канал «Борт номер один». Судя по счету, игра была равной до последней партии. Глава Всемирной организации здравоохранения не считает устойчивой китайскую модель абсолютной нетерпимости COVID-19. Об этом Тедрос Адханом Гебрейесус заявил накануне во время брифинга в Женеве. По его словам, учитывая последнюю информацию о вирусе, очень важно перейти к другой стратегии. Он добавил, что консультировал по этому вопросу своих китайских коллег. В свою очередь, директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан отметил, при сдерживании распространения коронавируса по-прежнему необходимо учитывать влияние ограничительных мер на экономику и общественную жизнь. А в китайской столице не утихает вспышка коронавируса. Менее чем за 3 недели зарегистрировали свыше 800 зараженных ковидом. Один район Пекина полностью изолировали. Людям рекомендуют не покидать его без крайней необходимости. В городе все еще закрыты развлекательные заведения и кинотеатры. Рестораны работают только на вынос. Школы и детские сады продолжают онлайн-обучение. О затяжной борьбе с вирусом репортаж Батагоз Саргабаевой.
На сдачу ПЦР-теста, как на работу, эта процедура превратилась в ежедневную для многих жителей китайской столицы. С конца апреля в некоторых районах Пекина провели уже как минимум 10 раундов массового тестирования. Для экономии времени и средств в одну пробирку кладут от 5 до 10 мазков. Мы уже провели немало раундов ПЦР-скрининга. Мы понимаем, что люди устали. Большая часть населения города осознанно соблюдает противоэпидемические меры, оказывает взаимную поддержку. Мы выражаем искреннюю благодарность за это. Мы надеемся на ваше понимание и в дальнейшем на участие в предстоящих раундах ПЦР-тестирования в тех районах, где это необходимо. В школах и детских садах продолжается онлайн-обучение. По-прежнему закрыты все развлекательные заведения, кинотеатры, театры, фитнес-центры. Парки работают в полсилы. Из-за вспышки в городе стало заметно меньше машин. Сократилось число желающих погулять в торговых центрах. Ведь в некоторых из них открыты только супермаркеты и работающие на вынос рестораны. Из-за ограничительных мер бизнес терпит убытки. Мы пострадали сильно. Сейчас предлагаем только услуги на вынос. В день всего несколько заказов. Питание внутри ресторанов запрещено. Местное правительство уже объявило об отсрочке социальных выплат для некоторых предприятий. Малому бизнесу также предлагают льготы по арендной плате и налогам. Однако пока неизвестно, когда жизнь столицы вернется в нормальное русло. Более того, один из районов города изолировали от остальной части. Его жителям рекомендовали не выезжать оттуда без особой необходимости. Частично парализована работа городского транспорта, закрыты станции метро. А регулярно множащиеся красные точки с изображением вируса на карте города показывают, что пока безопаснее находиться дома. Фотоглаз Сергабаева, Владимир Грабарь, Хабар 24, Китай. Не менее 3500 граждан Украины с хроническими заболеваниями скончались в стране из-за отсутствия доступа к должной медицинской помощи. Печальной статистикой поделился глава Европейского бюро ВОЗ. Ханс Клюге заявил, что у 40% семей как минимум один человек нуждается в длительном лечении болезни. По его словам, организация зафиксировала порядка 200 ракетных атак на местные больницы. В результате на сегодня в Украине работают только несколько медучреждений. Чехия займет место Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. Таковы результаты голосования Генассамблеи организации. Напомню, месяц назад участие России приостановили из-за действий страны в Украине. В ответ на это Москва объявила о выходе из Совета. Срок полномочий Чехии продлится до конца 2023 года. Напомню, в межправительственный орган системы ООН входит 47 государств-членов. Каждый участник избирается большинством голосов путем тайного голосования на основе принципа справедливого географического распределения. Грузия передала вторую часть заполненного опросника на вступление в ЕС. Эту часть обязательной процедуры для получения статуса страны-кандидата выполнил премьер-министр на встрече с главой Еврокомиссии в Грузии Карлом Харцелем. Напомню, Грузия и Молдова подали заявки на вступление в ЕС 3 марта вслед за Украиной. Ранее планировалось, что Тбилиси подаст официальную заявку в 2024 году. Но процесс ускорили из-за ситуации в Украине. Следующий шаг – заключение Еврокомиссии. Около 6,5 миллиардов евро удалось собрать мировому сообществу на брюссельской конференции в поддержку будущего Сирии и региона. Из них почти 5 миллиардов евро мобилизованы от Евросоюза. Собранные форумом средства пойдут на оказание помощи сирийцам и принимающим беженцев странам. В 6-й по счету донорской конференции приняли участие представители 55 стран и 20 международных организаций, включая ООН и страны-доноры. Делегацию нашей страны на конференции возглавил первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин. Всего на конференции собрано 6 миллиардов 700 миллионов долларов США. На 2023 год запланированы 2 миллиарда 400 миллионов долларов. У нас есть ряд проектов, которые принесут реальную пользу людям на местах. Это доступ к основным услугам, качественному образованию, средствам к существованию, здравоохранению, водоснабжению и санитарии.
И вновь к событиям в нашей стране. В 3 раза меньше денег на ремонт дорог выделили в этом году в Костанае. Если в 2021 это было больше 4 миллиардов тенге, то в текущем меньше 1,5 миллиардов. Такая скромность финансирования связана с качеством. Как показал опыт прошлых лет, оно снижается при больших объемах. После зимы насчитали 115 квадратных метров полотна с дефектами. Идет осмотр гарантийных участков дорог по области. Отобрано более 1500 проб асфальтового покрытия. Уже известно, что треть из них не соответствует норме. По итогам прошлого года на устранение дефектов подрядчики уже потратили почти 400 миллионов тенге. Нарушения у нас в целом системного характера. Это, в первую очередь, это применение некачественных дорожестроительных материалов. Второе – это несоблюдение технологии производства работ. Отдаленные участки нашего региона, там проблема с температурой укладки асфальтобетонной смеси. Строительство 5 мостов на дорогах регионального значения превратилось в долгострой в Алматинской области. Возводимые с 2019 года сооружения стали опасными объектами, а водители вынуждены перебираться через реки по объездным переправам. Подробности у Гульнары Жантасовой. Вместо разрушенного моста только частично возведенные конструкции нового сооружения. И такая ситуация, по словам жителей села Теректе, длится уже не один год. Реку приходится преодолевать через временную переправу, а в непогоду это превращается в настоящий квест. Около 3 лет стоит вот так. Надо было сначала новый построить, а потом старый рушить. А мы вот теперь здесь как проезжаем, так рискуем куда-нибудь провалиться. Помеха это, каждый раз объезжает. Туда дальше дороги вообще нету, плохо. Слабо что-то, отремонтируют. В декабре прошлого года должны были завершить строительство моста и возле села Сапах. Хорошо, что еще есть предупреждающие знаки, говорят водители. А так в темное время суток, не разобрав дороги, можно и рухнуть вниз. Я однажды чуть не сорвался с обрыва на машине. Нужно же что-то делать уже. Сколько можно ждать? Когда завершат ремонт моста? Обязательно нужно, чтобы что-то страшное произошло. Больше 1 миллиарда тенге выделено государством на строительство 5 мостов по направлению дорог Кабанбай-Лепсе и Кабанбай-Коктума. Весна уже в полном разгаре, однако подрядчики приступать к выполнению своих обязательств, по-видимому, не торопятся. Эти виды работы мы планируем до конца года завершить эту, да и сдать в эксплуатацию. Также по Алакольскому району мы тоже дополнительно тоже мост строим в сторону Лепсинска. От Кабанбая 38 километре мы тоже мост строим. Мы тоже планируем его тоже в этом году сдать в эксплуатацию. Еще одна из проблем в Алакольском районе – 10 километров разрушенной дороги вдоль озера Жалаңашколь. Она ведет до ближайшей железнодорожной станции и соединяет Алматинскую и Восточно-Казахстанскую области. Ее местные власти обещают отремонтировать только в следующем году. Гульнар Жантасова, Хуануш Тургенбаев, Хабар 24, Алматинская область. Строительство сразу 2 физкультурно-оздоровительных комплексов остановилось на западе страны. Подрядная компания начала возводить объекты в Тоскалинском и Касталовском районах еще 2 года назад. По плану залы для игр в футбол и волейбол, боксерский ринг и беговые дорожки должны были сдать в прошлом году. Но проекты превратились в долгострои. Теперь их передали компании-недропользователю. Они намерены достроить существующие и возвести аналогичные комплексы еще в 3 сельских районах области. В проект были заложены импортные стройматериалы, поскольку российские товары сильно выросли в цене, строительство было приостановлено. По поручению акима области в проект внесли изменения. Работы продолжит другой подрядчик. В Уральске люди с инвалидностью, получившие арендное жилье, отстояв в очереди по 10-15 лет, не могут выйти из квартир. Часто им недоступны даже балконы и санузлы. Дверные проемы узкие, а пороги слишком высокие для колясок. Моя коллега Батагоз Басарбаева пыталась найти ответ на вопрос, кто несет ответственность за то, что в строящихся домах не учитываются удобства для жильцов с особыми потребностями. Для коляски трудновато это. Для малого это комнатный коляска, а это для меня удобный, понимаете, вот так, и поехал. Если сделает пандусы, да, перила, хорошо было бы. Такие каталки выдавали в 80-х годах. Их сейчас нигде не найдешь, рассказывает Сансызбай Канатов. Бывший строитель, он переделал ее для себя, снабдил ремнем и получил возможность выезжать во двор.
До армии работал строителем. В армии был механиком, водителем танка. В армии у меня так случилось, что сейчас вспоминать не хочется. 42 года, как я инвалид, на коляске сижу. В однокомнатную квартиру мужчина переехал с супругой. До этого жили в поселке, но там были трудности с получением качественной медицинской помощи. Обрадовались, когда дали? О, дали. Это было. 18 лет стоял в очереди. Потом выдали нам. Сначала хорошо было, вроде дом свой. А насчет этого пандуса трудно заезжать. Заходить до дома трудно. Нурлан Ермуханов ждал свою квартиру 16 лет. Сюда он переехал из центра оказания социальных услуг. Несколько месяцев, когда лифт был на ремонте, он просидел в квартире, не имея возможности даже выйти на балкон. Для нас в доме не предусмотрено никаких условий. Дверной проем на балкон 50 сантиметров, ванны высокие. В санузел просто не заехать. Если не работает лифт, я не могу выйти из дома. Ни в поликлинику, ни во двор подышать. Соцработник – женщина. Ей не под силу спустить меня на первый этаж. На обслуживании у компании Нурлана Рахимжанова 10 многоэтажек, где квартиры получили очередники. По его словам, ни в одной из них не предусмотрено удобств для людей с инвалидностью. Есть рабочая комиссия, есть проектировщики. Надо сесть за круглый стол и все это детально обсудить. Не такие громадные суммы нуждаются. Можно где-то экономить и сюда можно добавить. Вот он 15 лет простоял, 18-25 лет. И думает, что наконец-то это мое жилье, мое собственное. Наконец-то начнется у меня жизнь. А на самом деле выходит так, что сталкивается с бытовыми трудностями. Здесь и у нас и общество неприспособленное, и еще и дома бытовые условия. Да? Это очень угнетает человек с инвалидностью. Между тем, как выяснилось, узкие дверные проемы, высокие пороги, кафельное покрытие пандуса при отсутствии у него поручни и спуска сделаны согласно проекту. Удобство жилья для людей с инвалидностью было в числе требований к проектировщику. Скажите, как заказчик вообще вот этого дома, Акимат закладывает требования такой к проектировщику? Да, обязательно. То есть нормативы есть по доступу, я еще раз повторюсь. Если есть доступ, необходим доступ к маломобильной группе, соответственно, нормативы, которые имеются, мы закладываем в задание на проектирование в обязательном порядке. Я как производитель работ делаю по проекту, конечно же. То есть то, что проектировщик указал, то вы сделали? Конечно, то, сделал. Сделано, то и было. После этого сделали, согласно отделу строительства, сделали именно отмостку, которой занимается организация по благоустройству. Тем временем своей очереди на жилье от государства ждут еще 1500 горожан с инвалидностью. Всего в списке очередников в Уральске 22 тысячи человек. Путагоз Базарбаева, Канат Махмутов, Эльдар Аюпов, Уральск, Хабар 24. Новые технологии для поиска пропавших людей пришли на помощь в Акмолинской области. В Бурабайском национальном природном парке установили вышки со специальными видеокамерами и системой двухсторонней связи. Они позволяют найти человека на территории трех районов, выбраться заблудившимся из леса и ориентироваться на местности. Здравствуйте, вы находитесь на территории Национального природного парка Бурабай. 13 станций видеонаблюдения системой голосового оповещения высотой 30 метров позволяют не просто искать пропавших людей, но и определить их местонахождение и установить связь с заблудившимися людьми. Если же заблудившиеся нуждаются в экстренной помощи, до прибытия дежурной группы они могут подождать внутри станции. Солнечный вертер, обогреватель, в случае, когда становится в помещении холодно, у нас включается сразу температурный датчик, срабатывает, и для поддержки температуры для аккумуляторных батарей. Аккумуляторные батареи, вся солнечная энергия генерируется, собирается в этих аккумуляторах. Все отражается на этих экранах в центре оперативного управления. Отсюда диспетчеры отслеживают ситуацию на всей территории нацпарка еще в трех районах области. В случае потери туристов, наших грибников, либо еще просто отдыхающих, они могли подойти к нашим вышкам. Они у нас зеленые, красно-белые, не как у всех остальных красно-белые. Вы можете подойти к ним. Оператор может связаться с вами отсюда напрямую, либо вы можете связаться с оператором через кнопку. Помимо всего, для поиска пропавших людей нацпарк оснащен 10 беспилотными дронами. Дальность полета каждого 10 километров. Они также управляются диспетчерами ЦОУ. По словам специалистов, это позволит быстрее находить пропавших и помочь заблудившимся выбраться из леса. Аслан Абуталипов, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар 24.
Глобальное потепление угрожает популяции белых медведей, обитающих на втором по величине острове норвежского архипелага Шпицберген. Для того, чтобы собрать информацию о их здоровье и численности, раз в год туда прибывает группа ученых. По данным экспертов, пока состояние животных опасений не вызывает. Однако из-за глобального потепления лед тает быстрее и зимы не хватает, чтобы он восстановился. Для белых медведей, добывающих пропитание в основном на таких участках, это практически означает голод. Напомню, сейчас в Баренцевом море обитает около 3000 белых медведей, а мировая популяция насчитывает 26 тысяч особей. You have sea ice over deeper and deeper water. Когда белым медведям приходится плавать больше, чем они привыкли, они также расходуют больше энергии. Возможно, сейчас они все еще чувствуют себя хорошо, но если так будет продолжаться, может быть, однажды они будут использовать слишком много энергии по сравнению с тем, сколько получают из еды. Apple прекращает выпуск iPod'ов. В компании объяснили, необходимость в музыкальном плеере, как в самостоятельном продукте, уже пропала. На рынке есть смартфоны и планшеты, которые выполняют все его функции. Последняя версия продукта iPod Touch будет доступна до окончания поставок. Это устройство начали выпускать еще в 2007 году. Первую же модель iPod'а Стив Джобс представил в 2001. И к этому часу это вся информация, которую мы успели рассказать. Всего доброго и до свидания.